Всем известно, что курьерская служба «Три дня» — это самая безопасная доставка товаров в наших кругах. Курьер получает посылку и прячет ее где-то на несколько дней, а затем на третий день доставляет посылку по указанному адресу. И только курьер знает место, где он спрятал посылку перед тем, как ее доставить. Вот только наш курьер куда-то исчез до того, как он успел доставить посылку. Обычно мы нанимаем детей-сирот, у которых нет родственников. Но у последнего курьера была старшая сестра, которая знает все тайники своего младшего брата. Она сейчас у нас, и ее нужно допросить. Нравится смотреть, как люди молчат. Чаще всего они молчат из-за страха. Они не знают, что будет с ними дальше. Но что бы это ни было, все хотят одного. Чтобы это скорее закончилось. А я не тороплюсь прерывать тишину. Перед допросом многие пытаются совершить самоубийство. Поэтому им вкалывают специальное вещество, которое уменьшает тягу к суициду. И по ее зрачкам было видно, что ей вкололи совсем недавно. У меня есть всего несколько дней, пока она не совершила суицид. Я объясню тебе, почему ты здесь. Те, кто привели тебя сюда, заставили твоего брата доставить товар. И он правильно сделал, что сначала спрятал посылку. Но его убили. А посылку нужно вернуть. И только ты можешь знать, где он спрятал ее. И я действительно хочу помочь тебе. Через 5 дней я должен сказать им, где твой брат спрятал эту посылку. Я пробыл с ней 24 часа, но она не сказала ни слова. По ее перебинтованным пальцам было видно, что ее уже пытались допросить. Обычно люди не выдерживают сидеть в тишине и начинают задавать глупые и пугающие их вопросы. Но эта девушка сидела спокойно, как будто она в отпуске на Бали, а меня здесь вроде бы и нет. И в то же время глаза у нее были напуганы, как у побитой собаки. И я спросил ее: ты знаешь, почему умирают слоны? Они умирают от голода, потому что их зубы со временем стачиваются, и они уже не способны жевать. Я не встречал ни одного человека, который бы, крича от испуга, не издавал бы никакого звука. Разве что этот человек должен быть лишен способности говорить. Значит, она была немой.
эти люди, которые наняли меня, чтобы я тебя допросил, когда-то наняли моего друга, чтобы он допросил одного солдата. За все время допроса солдат не сказал ни слова. Знаешь, что они потом с ним сделали? Ничего. Но они узнали, что у допросчика была трехлетняя дочь, и убили ее. А знаешь, что они еще знают? Они знают, что у меня тоже есть дочь.